Так, бутылка мне. Ты идешь в бороться. Владимир, да, то, что он учил, то он и делал. Да, ты борешься, берешь чучело, вот идешь полом туда и делаешь бросок. Да, делаешь, смотри. Делаешь вот бросок, чтобы он на тебя, Владимир, уходи в сторону сюда. Чтобы он у тебя падал сюда. По синей линии. Хорошо? Делай 15 справа, 15 лево. Как только сделаешь, говоришь мне, и я меня убираю. Но только постарайся недолго, чтобы ты устал немножко. Честно, на ты? На ковер, пожалуйста. Нет. Приподними, чтобы он их делал хорошо. Да. С 4 минут он минуту завязывает. Ноги вперед затащи, и вы работаете. Тяжело выставить в упор? Нормально. Что нормально? Он тебе перешел на удержание. Если чтобы пол сделать, ты еще не отрубишь. Что? Я бы ногу поставил. Какую ногу? Левую. Куда? Куда? У него на живот. Какую ногу? Зачем? Что? Чтобы он удержание не сделал. Вы, так ты зачем его отпустил? Ты зачем его держал? Объясни мне. Маленький наклон. Остается 3 секунды, он переворачивает тебя. Что там случилось? Ударился? После лета. Честно, что случилось? Знаешь, что это? Да. Этот самый. Ну тут, замени Чезара пока. Чезар. Нормально будет, да? Владимир, тебе не стыдно, блин? Тебе не стыдно? Даник, Мате. Владимир, тебе не стыдно проигрывать ему удержание? Вы что, договорились, что ты деньги платишь? Так давай я тебе удержание тоже сделаю. Юрий Александрович, ну там тоже деньги нужны. Ну я понимаю, ты хочешь поддаться, но зачем? Пусть он пытается, но не делает. Одел пояс, вот тут иди с Даником. Да. Оставь чуть-чуть, оставь. Еще раз, ложись на спину. Я? Да. На спину. Только на спине лежишь. Дай, ты должен ему удержание болевое сделать и внушающее. Вперед. Он только на спине лежит. Честно, под зуб так нельзя мне. Thank you.
Да, пора сдаваться мне. Прижми колени ему в голове, и давай в плечи идет мне. Прижми наоборот колени. Осталась минута. Колено в задницу ему. Влад, колено в задницу. Есть, Влад. Влад, молодец. Ушел Дани. Пошел. Рука. Видишь, он бежит, он мертвый. Вперед. Влад, стоп. Теперь ты пропускаешь. Я не душил с ней точку. Ну и что? Я бы вышел. Вышел, а потом бы шею долево. Смысл будет. Поворачивайся на живот, ложись. Честно, на живот и все. Все, да? Да. Что с тобой, сын был? Маты. А он патер не может. Встали. А он только в стойке был? Да. Плохо. Вернее, как, не то, что плохо, а все-таки шансы на победу заправились. Стали заправились. И уходим с ковра. Не уходим. Стали заправились. Что такое, Владимир? Встал? Да. Устал? Да. Угу. Хорошо. Дальник, выходи. И что, вот эти два салата тебя замучили? Нет, голова болит. А, голова болит, да? После бросков, наверное, да? Да. Ну, сядь, отдохни тогда. Завяжись, заправься, сядь, отдохни. Так, внимание сюда. Сели в ту же позицию, только смотрите. Я на колени. Я на колени. То есть нижний атаковал. А сейчас одна минута одному, одна минута второму. То есть две минуты. Верхний атакует. То есть что? Проход на удержание, да? Как перейти отсюда на болевой, на удушающий. Но если снизу работает человек, и сверху он должен работать. Пожалуйста, пошли, потом покажешь мне. Вот и сейчас держу ног. Все равно назад. Назад нельзя выбрать. Тем более грязный полон. Да я вам подопался. А что? Не надо. Пожалуйста. Да я серьезно. Пожалуйста. Да я там. Давай. Вот это ты умеешь. Тихо. Сейчас за первый раз по челюсти. Сели. Ну, кто между ног? Кто между ног? Что может сделать? Первое. Прижать ногу и перейти на удержание. И сделать удержание. Раз. Просунуть одну руку между. Отсюда сделать дальний узел. Узел на руку. Вот. Можешь полежать, Влад. Вот тут. Можешь полежать. Полежать, он может кстати здесь. Теперь сейчас утали. Отсюда болевой на руку. Да? Болевой на руку. Давайте на первый. Пистачку. Болевой на ногу, наверное, можно сделать, да? Так пальцы должен, да? А все, что можно. Только приемов надо показать. Ты покажи два прикрепления. Чем больше, тем лучше. Чем больше ты знаешь, тем легче выйти. Так.
не боремся, а отрабатываем прием. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Маты удушающие отсюда можно делать. Болевой на ногу, на руку. И переход на удержание. Маты поменялись. Теперь другое направление. А как болевой на ногу? Отсюда? Да. Чем отсюда делать болевую на ногу, если можно сделать болевую на ногу? А, да вы сказали болевую на ногу, а как вот это все? А что? Да. Скажи, пожалуйста, в партере бывает только одна ситуация такая? Нет, так вы сказали все сделать. Так я знаю, болевую на ногу знаю как. Я сегодня говорю бороться. Я понимаю, что вы сказали болевую на ногу. Я не понимаю, что это делать. Вот взять вот отсюда и закрутить, он вытянуть. Не ты, он делает. Так, я понимаю, так, вот сказали, как что это надо. Да, вы будете. На это можно сделать? Ну вот, если я вот так вот пишу, то он может сделать. Артём, ты умеешь делать этот прием? Да. Я тебе сказал бороться, защищаться. Нет, ты стал показать те приемы, которые можно здесь сделать. Ты же вроде хорошо учишься. Я вот. Хорошо учишься. Просто покажи мне прием. Зачем обязательно ноги кидать? Когда ты будешь бороться, это все другое. Неправильно. А, так? А ну еще раз. Да. Да. Ну так нифига не получается. Я просто мне так делаю и. Руку выпрямляю. Нет, точно не получится. Все, идет, правильно. Раз и болевой. Удушающий отсюда. И переход на удержание. А переход на удержание можно это перед чем к плечу? Еще раз. Зачем, если ты между ног не ходишь? Вот ты между ног, вот сейчас ты делаешь. Вот можно так и выдернуть. Это что, переход на удержание? А, удержание по самбо, да. Так считается это? Ну, по самбо считается. Вот ты покажи, скажи, удержание по самбо. А вот это удержание по дзюдо. А это удержание по грэпплингу, да? Хорошо. Мате. Так.